Жуткая авария произошла на 447-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. По предварительным данным, 27-летний водитель автобуса без пассажиров выехал на встречную полосу. Он столкнулся с другим автомобилем. В результате столкновения водитель автомашины Renault Duster от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Водитель автобуса Mercedes-Benz получил незначительные травмы. Автобольске 24-летний водитель мотоцикла попал в ДТП. Предварительно он проезжал на запрещающий сигнал светофора. На мотоциклиста составлено административное дело за управление транспортом, будучи лишенным прав. Ранее водитель мотоцикла неоднократно привлекался за езду в нетрезвом состоянии и будучи лишенным. В медицинском учреждении он был освидетельствован на состояние опьянения, результаты ожидаются. Признаков алкогольного опьянения в момент ДТП не было.